Приветствую, дорогие друзья! С вами Геннадий Бабак, и в этом видео я сделаю обзор одной из моих самых любимых бирж криптовалют под названием Binance. Learn how to make money online. Итак, что же такое биржа Binance? Как я уже упомянул, биржа Binance – это биржа для трейдинга криптовалютами. Вот так она выглядит, когда вы туда заходите. Сразу же расскажу о том, что биржа Binance предлагает очень интересную партнерскую программу, реферальную программу. То есть, когда вы предлагаете своим друзьям, знакомым воспользоваться услугами этой биржи по трейдингу криптовалютами, вы получаете реферальную комиссию в виде 20% от комиссии, которую они платят по исполнению своих ордеров. И что интересно, что вы получаете эту комиссию, собственно, в тех монетах, которые эти люди покупают. Поэтому это достаточно необычно видеть, как вот, например, у меня, видите, здесь растет портфолио криптовалют, большинство из которых я не только не покупал, но ничего и не знаю о них, да? То есть это одна из интересных особенностей этой платформы. Но что мне нравится? Смотрите. Первое. Достаточно простой, очень информативный такой вот терминал, причем их в этой компании, в этой платформе несколько. Это вот такой терминал, дальше есть Advanced, то есть продвинутая версия, но также есть версия, которая загружается на компьютер. И выглядит она уж совсем красиво. Вот так она выглядит, видите, мощнейшая такая штукенция. То есть, что с ним можно делать? Например, то, что мне нравится, это то, что вы можете видеть объемы. Например, я вот выбираю, что это биржа Binance. Объемы криптовалютных пар, процентные изменения по отношению к биткоину. Да? И, соответственно, я сразу же вижу, что, вот, например, вот эта пара растет, ICN, биткоин. Если я хочу быстренько что-то купить, я просто для примера вам покажу, насколько это удобно и быстро делается, да. Вот это 25% от всех денег, которые у меня там остались. Ну, я не буду это делать. Я хочу, например, взять какую-то цифру, ну, 10%, например, от всех денег. Тоже много. Давайте 5%. Вот эта сумма будет. Я нажимаю на buy. Это реальный счет. Вот идет исполнение. Стоит ICN, биткоин. Видите? Limit buy, да? Вот он исполнен. Теперь смотрите, все, что мне нужно сделать для того, чтобы вернуться, да, то есть я возвращаюсь сюда, я добавляю, соответственно, здесь эту монету, она у меня есть здесь в ICN, я вижу уже, что у меня там где куплено. Я могу видеть свои, собственно, свои движения, что вот я купил 5 вот этих вот микромонеток по вот такой-то вот цене, 0.30.21.509, да. И, соответственно, я могу выставить уже, например, вот так. То есть, если я сделаю 0.30.00.21, сколько там было, 509, да, что-то такое было, да. То есть, вот здесь у меня такая простая табличка, которая показывает, сколько будет стоить 3% прироста, 5% прироста, 10%, ну, 10%, 0.30.23.65, что-то такое. Я могу прямо сюда, прямо здесь выставить этот, соответственно, take profit. Еще раз смотрим, мне нужно 0.30.23.24, грубо говоря, да, то есть что я делаю? Я пишу, что я хочу продать все ICN, да, по цене 0.30.24. Ну, вот так где-то, 0.30.24.500, например, да, то есть получить этих своих 10%. Все, что мне остается сделать дальше, это нажать на кнопку, собственно, sell. Да. То есть мы купили, грубо говоря, вот ICN BTC, да, купили по 0.30.21.509, 5 исполнено, вот цена исполнения, field исполнено, да. Дальше я выставил, собственно, ордер на продажу. Здесь
цифра чуть-чуть меньше, потому что, я так понимаю, там снималась какая-то комиссия. Ну, в общем, я вижу, что стоит ордер на продажу 100% суммы, которой я владею. Вот тут осталось 4, да, получается. Sell по цене 0.30, 25, 500, 25. Это все, что мне нужно сделать здесь, да. То есть очень удобно, очень полезно. Полезная вот эта функция, когда я вижу, что идет очень мощное интересное движение по той или иной валюте, я могу сразу же тут ее просмотреть. То есть я использую оба терминала. Также я в своей работе использую еще и терминал Coinigi, которым я тоже постоянно сейчас буду рассказывать, записывать видео. То есть, например, если я здесь обновлю свой, обновлю этот вот баланс, то я буду видеть свои также ордера, то есть вот этот ордер, который мы с вами только что видели, выставили, я буду видеть в терминале Coinigi. Я смогу здесь понаставлять алертов себе, если захочу, и так далее. То есть вот еще один из моментов, который мне нравится в Binance, то, что у них есть возможность использовать API для соединения с платформой Coinigi. Платформа Coinigi позволяет делать невероятно огромное количество всяких интересных штук. Например, вот смотрите, у меня счета на Bittrex и счета на Binance. Вот это все соединено через API соединения с Coinigi. Так я могу очень быстро просматривать, где что там. Вот у меня сейчас здесь алерт сработает, я буду покупать. Что где у меня куплено, по стимету, вот у меня, например, стоит ордер на продажу уже, куплен он, и так далее. Все это я могу делать одновременно по платформам, по реальным счетам, на тех платформах, тех биржах, где у меня открыты счета. Собственно, поэтому я и выбрал помимо Bittrex еще Binance. То есть очень информативная платформа, удобно, все быстренько. Очень мне нравится вот эта функция, что не надо думать, сколько высчитывать. Посчитал, нажал на кнопку, бах, она тебе подставила твой процент в отношении к твоему депозиту. То есть простая, очень удобная информативная платформа с хорошей реферальной программой. Ссылки на платформу, как обычно, в описании к этому видео. Пожалуйста, открывайте счета. Будут вопросы, обращайтесь.